Может, не надо? Надо. Надо. Нет. Нет. А кто это такой длиннорукий? Вау! Какое длинное объятие! Пойдем домой! У! Сладких снов! Свет! Соня, пора вставать. Еще 5 минуточек. Опоздаешь на школьный автобус. Ладно. Две минуты. Иду, иду. Пока. Стоп. Рюкзак. И что еще? Пока, папочка. Хорошего дня. Люблю тебя. Вся в отца. Смотри, опять эта длинноручка. Мисс Китс Лонглегс. Что еще? Ой, это вы? Почему вы не в школьной форме? Ну, я не знала. Правила для всех одинаковые. Это уже месяц здесь висит. Или идите переодевайтесь, или вы будете недопущены к урокам. Хорошо, я сейчас. Вот это я маленький. Вот это я постар... еще секундочку. Нашла! Ну вот и все. Вот. Ой. Не снимайте. Все на урок. А вас я попрошу переодеться. Это школа, а не пляж. Ладно, оставайтесь так. Но после уроков ко мне в кабинет. Я же не виновата. За что они так со мной? Странно, настроение улучшилось. Все туда, и мы там схватим. А где? Эй, отдайте! Это мое! А ты забери. Ла-ла-ла-ла-ла. Ха, дотянешься, дотянешься. Ну, все! Оп-оп-оп. Та-та-та-та-та. Ну, все, вы сами напросились. Не-не. На-на. Тут она меня точно не найдет. Хватит!
Ну, и кто это сделал? Она. Мисс Лонглегс, к директору. Распутайте ее кто-нибудь. Привет. Привет. Да что тебе? У тебя тоже F. Ты тоже решил надо мной поиздеваться, да? Нет. С меня хватит. Больше никто никогда меня не обидит. Ничего. У меня таких много. На, можешь их порвать. А тебя как звать? Китс Лонглегс. Но все зовут меня Длинноручка. А меня Хаги-Ваги. Меня никак не называют. Меня боятся. А ты смешной. Тебе не страшно? Нет. Тогда я могу стать твоим другом. А я твоим. О! О! Так лучше. А я знаю, что еще добавить. Вот. Хаги-ваги, входи. Ладно, мне пора. Пойдем вместе. Мы теперь всегда будем вместе. О, все те же лица. Ну что, опять? Через 5 минут оба ко мне. Веселье началось. Ты клей забрал? Ой, забыл. Как всегда, все приходится делать самой. Хаги-ваги, Лонглегс! До отправления осталось 3, 2, 1. Устроим ему американские горки. Поехали! Мама! Да уж, у директора сегодня слишком сложный день. Я обожаю американские горки. Пойдем скорее, пока директор не вернулся. Ага. Вы отстранены. Ну что, повеселимся? Время пранка. Помощь нужна? Да, пожалуйста. Эй, ты что наделала? А я еще и не начинала. Теперь все, можешь не благодарить. Помогите! Интересно, а как там дела у Хаги-Ваги? Мои хорошие, спасибо вам за лайки. А теперь хочу вас познакомить со своей подружкой Ри. Привет! Ой, у вас что-то с лицом. Эй, вы куда? Мы же только начали. Ой, я в ТикТоке. Привет! Куда вы все уходите? О, у меня +1 поклонник.
О, смотри, у меня появился поклонник. Круто. Ого. О. Ну что, продолжим? Давай. Эй, ребят, вы чего? Так, мы же договаривались, никого не есть. Выплюнь каку. Извини. Да ладно, ничего, я привык. Ой, это твое. Я знаю, что такое быть аутсайдером. О, и я. И я. А это что, значит, мы друзья? Нет. Ну и пожалуйста, ну и не нужно. Ну что, продолжим веселье? Да. Ой, только сначала в столовую. Ладно, пошли. Там можем устроить время пранков. Не понял. Бургеры исчезли. Это наши бургеры. Спасибо. И приятного мне аппетита. На. Нет, спасибо. Пей сам. Ладно. Ой. Упс. Ой, фу, Хаги. А как же манеры? Извини. Фу. Стой. Возьми это вместо меня. Тогда это. Вот. Вот, держи. О. Надоела эта школа. Скорее бы выпускной. И мне. О, круто! Ну что, пойдем веселиться? Секундочку. Теперь можем идти. Ну что, ребят, свобода, все. Да, а я никуда не поступлю. Буду дома целый год. Да, с прикидом мы прогадали. А у меня все нормально. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Ну да, собственно. Так вот, что ты там говорил? А что я говорил? А, да. Прикольно тебе. Здорово. Молодец. Ха, у Эшли, конечно, такое платье. Угу, ты жемчуга ее видела? Да. У бабки своей взяла. Ночнушка, боже. Так, ты лучше. Ага. Кошмар, это, конечно, кошмарненько. Зачем нам это все? Может, заберем диплом и уйдем? Согласна. И сделаем это прямо сейчас. Ага. Дорогие ученики, сегодня ваш последний день в школе, поэтому и эти дипломы. А где дипломы? Бедняжка, посмотрите. О, я нашла твой. И мой. А из остального сделаем салют. Мисс Лонглегс, вы не имеете права. Теперь имею. Я пожалуюсь на вас. Салют! Где мой диплом? А мой? Это не мой. Ну что, теперь свобода? Да. А чем займемся? Есть у меня одна идея. Думаю, мы скоро станем очень богатыми. Вау! Ну,
Ой. А где же мой диплом? О, как всегда. О, нашелся. Чего? Вау, неплохая поляна. Может, купим ее? А может, тогда уже весь город? Да, мы же можем себе это позволить. О, странно. А что тут? Милый, а что это все значит? Может, дети шутят? Где все наши богатства? Мы бедные! Нет! Там же написано «Опасная зона». Но почему никто не верит тому, что написано? Хм. Итого на нашем счету... 100 миллионов долларов. Неплохо. Но мало. Нужно больше. Хаги! А? Что происходит? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Я же совсем забыла. У меня же день рождения. Спасибо. Скорее задувай свечи. А где они? Нету. О! Так-то лучше. Ага. А твой подарок? Подарок? Обожаю подарки. Где он? Торт? Что под ним? Узнаешь, когда съедим его. Так его есть и есть. Ой. А где подарок? Секунду. Вот. Схема? Ага, схема банка. Кучей денег. О, куча денег? Ого. Да, мы будем богаты. Ого. Пойдем скорее. А можно? Да есть твой кусочек. Потом, нужно собираться. Ой, ладно, ешь. Время богатеть. Хаки, ты идешь? Иду. Так-так, кажется, нам туда. Маски. Ой, я забыл. Держи. А что? Я не виноват, что на грабителей делают детские маски. Ладно, пойдем.